Всем привет, меня зовут Виктория, и сегодня я хочу с вами поделиться рецептом курицы в кляре, или как его еще называют, наггетсы, или куриные палочки в кляре. Такие наггетсы вкуснее магазинных, и вы будете точно знать, из чего они приготовлены, а приготовить их совсем просто. Для приготовления мне понадобилось куриное филе или куриные грудки. У меня они уже нарезанные, если у вас еще не нарезанные, то я советую нарезать их потоньше. Панировочные сухари, яйцо, мука, соль, перец, специи и растительное масло. Для начала я поливаю немного растительным маслом куриные грудки, солю их, перчу, добавляю немного паприки и хорошо перемешиваю. Затем беру каждый кусочек и немного его отбиваю острым концом ножа с двух сторон. Таким образом, куриное филе станет более мягким и сочным и хорошо пропитается специями. Так поступаю со всем филе. Затем беру одно яйцо, выбиваю его в тарелку, немного солю и взбиваю вилкой. Подготавливаю тарелку с мукой и с панировочными сухарями. Беру каждый кусочек курицы, сначала обваливаю его в муке. Лишнюю муку нужно стряхнуть. Затем обваливаю его в яйце. И в панировочных сухарях. Подготовленные наггетсы перекладываю на тарелку. Поочередно проделываю это с каждым кусочком куриного филе. Сначала обваливаю в муке, потом обмакиваю в яйце и в панировочных сухарях. На моем канале есть другие рецепты из куриного филе, из курицы. Ссылки я вам оставлю в описании под видео. Что мы делаем дальше? Наливаем масло в сковороду и разогреваем его. Масло должно быть раскаленным. Выкладываем в масло куриные палочки. Время от времени переворачиваем их. Обжариваем наггетсы до золотистой корочки. Пока я обжариваю наггетсы, не забудьте подписаться на мой канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Новые видео у меня выходят 2 раза в неделю, во вторник и в пятницу. Наггетсы обжарились. Достаем их и выкладываем на тарелку. Желательно сразу выстелить на тарелку бумажные полотенца и выкладывать сразу на бумажные полотенца. Вот такая красивая, сочная, ароматная курица в кляре у нас получилась. И как вы уже заметили, ее очень легко приготовить в домашних условиях. Сейчас я вам разрежу один кусочек и покажу, какая сочная курочка получилась внутри. Такая курочка понравится и взрослым, и детям. Подойдет на закуску, на ужин, на обед. Получается очень-очень вкусно. Очень рекомендую вам приготовить этот рецепт. Если он вам понравился, ставьте лайк. Всем желаю приятного аппетита и до новых встреч!